календаре 25 декабря, воскресенье, 6 часов вечера, а мы приехали в зимний парк Ярас. Здесь все украшено, много елочек. Осталось всего несколько дней до Нового года. Погода более-менее, можно сказать, теплая. Снега нет. Температура воздуха плюс 2 градуса. Каждый домик уникален, разные по цвету. Здесь синий с белым. Санта-Клауса. Рождение Христа. Рождественская ярмарка, красивые новогодние сувениры и украшения для дома. Ну и, конечно же, каток. Как же без этого развлечения под Новый год? Молодцы, что сделали. Здесь играет музыка, везде развешаны гирлянды, яркие лампочки, очень светло, все катаются на коньках.
ресторан. Там дети похожи на детский корпоратив. Видно елочку. Спасибо за прогулку вместе с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.